Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем, и тема, которой посвящено нынешнее занятие, это художественная культура западноевропейского средневековья. В прошлый раз мы говорили о том, что после падения Римской империи произошло разделение на Западную Римскую империю и Восточную Римскую империю, и говорили про восточно-христианский мир, про восточно-христианское искусство. А сегодня мы говорим про западноевропейскую художественную традицию. Отметим, что в своем развитии культура западноевропейского средневековья тоже проходит несколько этапов. Первый период – это период 5-го, середины 10 века, это время дораманики, дораманской культуры, который связан с становлением феодализма как системы общественно-экономических отношений. Здесь выделяется обычно искусство периода варварских королевств, это время 6-8 веков, и отдельно выделяется эпоха конца 8-середины 9 века, это время Каролингского возрождения. А дело в том, что Западная Европа в тот момент времени она представляла собой совокупность большого количества племен, которые в рамках переселения народов они постепенно занимали какие-то территории и образовывались такие вот государственные образования, которые в историографии получили наименование варварских королевств. Поэтому художественные традиции, которые были связаны с этим периодом, они необычайно разнообразны, то есть это разный художественный уровень, это разные источники для сюжетов, это многообразие форм и многообразие их проявлений. И вот период Каролингского возрождения, он был связан с деятельностью Карла Великого, это государственный деятель, который предпринял одну из многочисленных попыток возродить былое величие Римской империи, и опираясь вот на эти традиции античной культуры, а также произошел определенный расцвет в разных видах искусства, тоже о чем мы с вами скажем. Следующий период, который характерен для эволюции средневековой художественной традиции, это время второй половины 9-10 веков, это искусство перехода к зрелому феодализму. Здесь тоже были более такие сложные явления, более сложные процессы, в частности, эпоха Аттоновского возрождения, она тоже вот хронологически совпадает с этим временем. Далее, расцвет, вот кульминация феодализма – это вторая половина 10-12 века. Это время, которое получило в контексте истории культуры наименование романики, романской культуры. И это слово, оно образовано от латинского наименования Рома, то есть Рим, потому что считается, что вот когда варвары, населявшие Европу, научились выкладывать арку, то, что умели делать древние римляне, вот тогда и начинается эта эпоха. Завершается развитие средневековья Западной Европы периодом готики. Если романский стиль – это стиль монастырской культуры, то период готики, он в большей степени связан с возвышением городов и с формированием нового типа культуры, то есть культуры городской. Это время со второй половины 12 по 14 века. Конечно, отметим, что эта периодизация, как и любая другая, она достаточно условна, потому что среди особенностей, которые характерны для западноевропейского средневековья, мы отмечаем большое разнообразие и неравномерность развития по областям. Если мы сравним, например, традиции Италии и Германии – этого времени, то мы увидим совершенно разные этапы, совершенно разный уровень произведений. Например, Италия 14 века – это уже предвозрождение, вот, а Германия 14 века – она как раз находится в рамках такой средневековой парадигмы, поэтому этот момент обязательно нужно учитывать. Таким образом, первая особенность, которую я назвала, это неравномерность развития и разнообразия, которые отчетливо видны на разных этапах, но особенно ярко это прослеживается вот в первоначальный период. Перед вами один из образцов, который относится к началу 9 века, это голова дракона, которая выполнена в технике резьбы по дереву. И вот мы видим о том, что это высокая степень стилизации, это использование орнаментальных мотивов. И вот такой уровень культуры был характерен для данных территорий. В то же время, если мы посмотрим на памятник, который также относится к указанному периоду, это 8 век, рубеж 8-9 столетий, это капелла императорской резиденции в Ахе, мы увидим, что это совершенно иные истоки культуры и совершенно иной художественный уровень. То есть и то, и другое выполнено с знанием технологии, выполнено на высоком художественном уровне, просто они разные. А в данном случае капелла императорской резиденции, она является таким примером обращения к античной традиции, и связано это произведение как раз с именем Карла Великого, императора, который, стремясь ориентироваться на традиции Римской империи, он окружил себя интеллектуалами, и большое значение
значение придавал просвещению, образованию и интерпретации античного наследия. Период Каролингского возрождения, о котором сейчас идет речь, он, конечно, оставил после себя большое количество памятников, не только Ахенская капелла, это и ворота с надвратным залом в Лорше, которые были созданы около 800 года, и другие. Также, кроме архитектуры, это время было связано с развитием изобразительного искусства и декоративно-прикладного. Отметим, однако, что Карл Великий, он поддерживал традиции иконоборчества, поэтому, в общем и целом, иконописные произведения и ансамбли монументальной живописи, они в Западной Европе распространены были в меньшей степени, и в последующие периоды тоже они постепенно уступают место другим видам изобразительного искусства. Скажем о том, что, например, очень яркий такой источник для вдохновения и очень интересная разновидность живописи, которая развивается в Западной Европе в это время, это, конечно, искусство иллюминированных рукописей. Шедевры, которые создавались в это время, они пронизаны глубоким пониманием пластики, они пронизаны также четкой композицией, пониманием значения разных символов, и также императорская тематика в этих произведениях присутствует в полной мере. В данном случае перед вами миниатюра Евангелия Лотаря. Император Лотарь был внуком Карла Великого, и здесь на этом листе он изображен. Далее скажем, что переходя к вот уже периоду зрелого феодализма, то есть к периоду романики, я говорила, что это время монастырского стиля, и в общем и целом качества, которые характеризуют архитектурные постройки этого времени, они пронизаны вот духом суровости, аскетизма и отвечают этой характеристике. Отметим, что эволюция и смена романского стиля в архитектуре к готическому была связана в первую очередь с изменением конструкции. То есть новые формы, они были связаны с таким инженерным расчетом и с технической стороной. Так вот, для сооружений, которые создавались в период романики, максимальная высота памятника, она могла составлять около 18 метров. Поэтому эти сооружения, они гармонично вписаны в ландшафт, они производят ощущение монументальности, устойчивости. Памятник, который перед вами, это церковь святого Михаила в Хильдесхайме, это постройка, которая подводила как бы итоги исканиям раннего этапа Средневековья и обозначала начало новой традиции, то есть романской архитектуры. Мы видим о том, что сооружение имеет двустороннюю ориентацию, оно пронизано симметричностью, четко выверенные части позволяют причислять этот памятник к шедеврам мировой архитектуры. Отметим, что, конечно, свои отличия были и в рамках романского стиля, эти отличия были связаны с региональными особенностями. Более того, даже в рамках одной страны, как, например, в Германии, мы с вами встречаемся с двумя линиями. Первая линия – это монастырская традиция, которая была более сдержанная, более аскетичная. И вторая линия – это императорские такие соборы, как в данном случае перед вами собор в Вормсе, которые более декоративные, имеют больший акцент на скульптурное оформление фасада и также такие более грандиозные по своему масштабу. И такие особенности можно прослеживать, когда мы говорим о разных территориях, о разных странах. Однако сейчас мы обратимся к итальянской традиции для того, чтобы показать эти различия максимально рельефно. Вот перед вами ансамбль соборной площади в Пизе, ансамбль, который формировался с XI по XIV века. Это собор, всемирно известная падающая башня и баптистерий. И, конечно, глядя на это изображение, сразу становится очевидно то отличие, которое можно выявить, говоря о романской архитектуре Италии и, например, Германии. Поэтому вот в этом разнообразии, конечно, заключается с одной стороны сложность, а с другой стороны интерес при изучении культуры данного периода. Отмечая особенности архитектуры, скажем также несколько слов и о развитии изобразительного искусства, в частности, вот о том скульптурном декоре, который украшал романские сооружения. Это композиции, которые могли располагаться, например, в тимпанах. Это плоскость, которая расположена над порталом. Чаще всего это западный портал, однако при двусторонней ориентации композиции могли располагаться и по другим сторонам света. Вот перед вами декор собора Святого
Лазаря. Это памятник, который расположен на территории Франции и относится к первой половине XII века. Видим мы о том, что тимпан западного портала содержит изображение сцены страшного суда. Это фигура Христа в мандорле, и по правую и по левую руку от него мы видим изображение праведников и грешников. Обращаем внимание на достаточно высокую степень условности трактовки, то есть если мы говорим о фигурах, то они плоскостные, одежды не подчеркивают пластику, а наоборот ее скрывают. Это отсутствие динамики, наоборот преобладание статического элемента и, конечно, господство в большей степени сюжетов религиозного содержания. Отметим, что в каких-то второстепенных частях, например, капители колонн и так далее, могли встречаться изображения не только из священной истории, а наоборот, которые были связаны с такой народной культурой, смеховой культурой, бытовой культурой. Это изображения скоморохов, изображения различных существ, реальных и полуфантастических. И в целом вот такой средневековый бестиарий тоже пользуется достаточно большой популярностью при изучении указанного периода. Вот перед вами убранство королевского портала на западном фасаде, которое украшает собор в Шартре. Это тоже французский памятник, который был выполнен в середине 12 столетия. Вот, ну и другие образцы, которые характеризуют развитие пластики, могут быть проанализированы на основании французских, немецких памятников. Сохранились и образцы живописного убранства, это монументальные росписи, которые в данном случае были расположены на территории современной Испании. Это вот роспись центральной апсиды, также первой половины 12 века, изображение «Христос во славе». И второе изображение – это итальянский памятник, церковь Сант-Анджело Информис, более раннего периода, тоже аналогичная композиция. В целом отметим, что, конечно, поскольку вот традиции иконоборчества, как я отмечала, они были связаны с деятельностью Карла Великого, то есть то, что он поддержал именно данное учение, то развитие именно иконописной традиции Западная Европа не знала. Более того, отметим, что вот эти разногласия, которые, не разногласия, а различия, которые существовали между западноевропейской и восточнохристианской традицией, они в XI столетии были как бы закреплены законодательно, потому что произошло великое разделение церквей, такой вот великий раскол, великая схизма на православие и католичество. И каждая из этих традиций пошла по своему пути. Западная традиция в большей степени пропагандировала такой обытовленный, овеществленный рассказ о священной истории. Восточно-христианское искусство, оно давало человеку большую свободу, то есть там оставалось много свободного пространства для самостоятельного пути, для самостоятельной интерпретации. То есть религиозная живопись и священный образ — это немного разные явления, вот и истоки этого различия, они были заложены именно в контексте средневековой традиции. Как я уже отмечала, смена романского стиля, романской эпохи готической происходит во многом с изменением конструкции. Появляется система аркбутанов и контрфорсов, появляется система нервюрного свода, которая позволяла снять нагрузку с несущих частей, в данном случае со стен, и это позволило делать сооружения более масштабными. Готические соборы имеют существенно отличающуюся от романского периода высоту, и башни готических соборов достигают высоты более 130-140 метров. Вот, например, собор в Ульме, он превосходил по высоте египетские пирамиды. Вот, однако, отметим, что не все они сохранились до современности. Многие сооружения, они были разрушены или от землетрясений, или от каких-то военных конфликтов, или иногда они обрушались сами собой. Период готики характернее всего может быть рассмотрен на примере памятников Франции. Здесь отметим, что готическая традиция, она в большей степени отражала городскую культуру, и также отметим, что готика проходила в своем развитии несколько этапов, от ранней, цветущей и до поздней, пламенеющей. Вот произведение ранней готической традиции перед вами – это собор в Шартре. Памятник готической архитектуры мог быть создаваем на протяжении даже не одного десятилетия, а иногда на протяжении нескольких столетий. Вот поэтому
поэтому мы будем опираться на сооружения, которые вот на дату начала их строительства, и далее, если будут какие-то нюансы, я тоже об этом скажу. Так вот, Шартерский собор, создание которого начало относится к 30-м годам XII века. Здесь как раз наиболее характерно прослеживается изменение и переходный характер архитектуры. Ранняя башня северная, она имеет основание полностью отвечающее романике. А вот другая башня, она наоборот уже отражает новую готическую традицию. А второй памятник тоже этого периода – это собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари, который подводит как бы итог первому этапу развития французской готики. Строительство было завершено к середине XIV века, и в процессе создания был ряд изменений. Вот на этом слайде хорошо видна структура готического собора. Мы видим арк-бутаны и контрфорсы, которые выполняют роль вот таких вот дополнительных подпорок, и это именно и позволило сделать стены более тонкими, более высокими и дополнить их прекрасными оконными проемами, которые были украшены еще одним видом монументальной живописи, а именно витражом. Витражные композиции, витражные окна – это такая визитная карточка готической художественной традиции. И вот на этом слайде мы с вами видим особенности нервюрного свода, тоже очень высоко развитую инженерную систему, которая также существенно изменила внешний облик сооружений. Подобного рода постройки строятся не только на территории Франции, другие государства, другие страны тоже имеют такие же шедевры, но я сказала о том, что французские памятники, они в какой-то степени наиболее характерны. Шедевром зрелой готики и своеобразной академии искусств для средневековых мастеров становится собор, который располагается в Реймсе. Время его создания – 13-15 века. Строительство собора было обусловлено пожаром, который уничтожил предшествующий памятник базилику XII века, и здесь мастера в полной степени воплотили новые приемы и максимально эффектно добились сочетания инженерного расчета, инженерного замысла и декоративного оформления. Почти одновременно с Реймским собором строится собор в Амьене, тоже памятник 13-15 веков. Вот, и здесь мы с вами встречаемся также с обилием декоративных элементов. Это и галерея королей, которая расположена перед вами вот на фасаде. Это и роза, такое вот цилиндрическое окно, которое также украшает западный фасад. Это и перспективные порталы, которые обильно украшены скульптурой. Вот, и они становятся все более и более перспективными и все больше и больше насыщаются скульптурным декором. Хотя в плане те памятники, о которых мы говорим, они по-прежнему являются базиликой, однако число нефов постоянно растет, это может быть там, 3-5 нефов, появляются новые элементы, например, такие как обход хора, которые, кстати, тоже были связаны с богослужебным ритуалом. Дело в том, что в контексте культуры средневековой Европы была очень распространена практика паломнических поездок, поклонения святыням и реликвиям. Эти реликвии хранились практически в каждом кафедральном соборе, и для того, чтобы не мешать паломникам поклоняться святыням и не отвлекать верующих от богослужения, которое проводилось в центральной части, и был сделан обход хора. Во время службы можно было подходить к капеллам, где располагались реликвии, и таким образом решать свои задачи. Памятники поздней готической традиции, это пламенеющая готика, они отмечены еще более эффектными формами, еще большим количеством скульптуры и легкость, такое вот сплошное каменное кружево, это те характеристики, которые обычно относят, говоря об этих постройках. Говоря об искусстве изобразительном, я отметила, что, конечно, искусство витража в данном случае является одним из наиболее интересных примеров. И скажем, что образец, который представлен перед вами, это святая капелла Сен-Шапель, памятник, который расположен в Париже, является одним из наиболее эффектных образцов такого рода. Капелла была предназначена для короля, и сооружение таким образом составляло часть дворца. И интерьер был украшен
украшен оконными проемами практически от пола до потолка, и полностью они были закрыты витражными композициями, то есть такое многоцветие. Сцены самые разные, не только религиозные, но и светские сюжеты тоже получают здесь свое распространение. Завершая разговор, такую краткую характеристику средневековой культуры и готического периода, скажем, что, конечно, изменения в искусстве изобразительном, они очень существенные. Вот мы с вами смотрели на памятники скульптуры и видели плоскостность, отсутствие эмоций, статику. В период готической культуры мы встречаемся с совершенно иными образцами. В данном случае перед вами скульптура западного хора собора в Наумбурге. Это изображение донаторов, образы, которые более живые, с более выраженной пластикой, телесностью. И, конечно, эти отличия, они очень важны, и понимание их очень значимо, потому что ранние этапы ренессансной культуры, они, конечно, воспринимают именно готическую пластику. Также в контексте изобразительного искусства период средневековья и готический его этап, он связан с развитием миниатюры. Образцы, которые стали общепризнанными, общеизвестными шедеврами, это роскошный часослов герцога Берийского, произведение, которое принадлежит уже к 15 веку. В данном случае перед вами миниатюры, которые изображают различные месяцы. Это октябрь и апрель. И мы видим о том, что вот эта условность, отсутствие прямой перспективы, она постепенно уходит, уступая место новым идеям, новым исканиям и новым тенденциям. Завершая, скажем, что готическая эпоха, она очень актуальна для понимания традиций ренессансной художественной культуры, и в целом эпоха Средневековья – это неотъемлемая часть сокровищницы мировой художественной культуры, которую нужно любить и изучать. Благодарю вас за внимание.